Нашла. Снимает с маски голограммы фантом, предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, вокруг нее кольца какие-то энергетические. Кольца. Я вижу больше. Нам их собирать или мы поднимем ее вместе с ними? Вместе с ними, да, и тоже витаминной энергии. Открываю. Биороботу. Открываю над биороботом поток. Пошел процесс. Работает в автоматическом режиме. Готово. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий абсолютом. Берем матушку Василису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией матушки Василисы поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем матушку Василису. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой матушки Василисы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Лужником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел матушки Василисы, находит все. Ты знаешь, у нее в ногах как туманом таким гора негатива. Гора негатива? Да. Ты видишь эту гору? Да, я вижу даже причину, но я не пойму пока почему. То есть она молится много, и все эти молитвы почему-то у нее ноги негативом спускаются. Я даю команду на счет 3, включая внутренний белый свет матушки Василисы. 1, 2, 3. Внутренним белым светом я помогаю ей своей энергией. Выдавливается весь этот негатив в ногах. 1, 2, 3. Все, до последнего микрона выходит, формируется в шар. Готово. Отправляй в клетку тюрьму. Клетки. Хорошо, матушка Василиса, а что это за негатив у вас в ногах? Она не знает, она наверх отправляет. Так, хорошо. Ну, убери у нее кольца вот эти с нее. Я даю команду на счет 3. Все эти кольца, сила моего намерения, выходят из ее биополя, отключаются полностью, отправляются в клетку тюрьму. Угу. В общем, эти кольца, они как растянуты, они сейчас сложились один к другому. Знаешь, такие трубы бывают. Подожди, дай мне притянуть ответственность за эти кольца. 1, 2, 3. Выстраивается канал от этих колец, притягивая ответственность за эти кольца. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Что он большой такой, меньше его, я не вижу, кто это. Снимаются маски и голограммы, сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Если ты не проявишься, я тебя сожгу сейчас в клетке. Да будет так, а так и есть. Да, не знаю, на птицу, но какую-то белую похоже. Выстраивают этой птице канал ко всем ответственным с этой птицей связаны. 1, 2, 3. Всех ответственных притягиваю в клетку тюрьму. Стоят рядом в клетке тюрьмы. Да будет так, а так и есть. Это гуманоид. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зелено-красный, органический, неорганический. Зеленый. Отлично. Выстраивай канал, с кем связан гуманоид. 1, 2, 3. И притягивай всех ответственных, связанных с гуманоидом. В клетку тюрьму, да будет так, а так и есть. Ни с кем не связан. Хорошо, гуманоид, откуда ты паразит? Орион. Орион, хорошо. Ты готов сегодня закончить свое жалкое существование? Появляется в моих руках живая плазма. 1, 2, 3. Ты кольца даришь, а я тебе эту плазму сегодня подарю. И отпущу тебя на твою чистоту. Как тебе такая идея? Сканирует? А знаешь, он говорит, что он свою птицу кормил. Да. Энергиями. А те, что здесь зоопарк, кормить животных или как, я не понимаю. Она какая-то важная, эта птица. Эта птица важная. Хорошо, давай спросим Ли. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. На связи. У меня здесь для тебя зоопарк целый. Гуманоид с птицей, которая важная. Гуманоид с Ориона. Посмотри, будь любезна, пожалуйста. Ух ты. И птица-то не его. Хорошая добыча. Есть такая цивилизация. Питомник можно открывать. Птица Феникс вы их называете. Птица Феникс. А почему она на стороне темной цивилизации? Это птица. Вот это мы у него и выясним. Хорошо, птица. А ты общаешься вообще? Ты слышишь, понимаешь меня? На энергии как-то отпускает. Понятно, ладно.
значит, тогда, если Ли не знает, то... Что не знает Ли? Об этой птице больше. Поэтому я не буду тогда вникать в ситуацию. Ты хочешь забрать его? И его, и птицу. Птицу, скорее всего, была выкрана каким-то путем. И в яйце. Угу. Но это мы узнаем подробнее у него. Подожди, я дам команду, я хочу еще вытащить. Может, что-то осталось там. Я еще не вытаскивал под ключки. Она говорит, что у этих птиц есть определенная роль в галактике. Вот как. Так мы еще, может, даже ценную какую-то птичку спасли. Совершенно верно. Вот, хорошее дело. Благодарю тебя. Птица, ты благодарна? Он не зря пришел к матушке Василисе. Конечно, но он и понимал, чем он рисковал. Я думаю, это не простой гуманоид. Не хулиган, далеко. Доставай, имеет... что тебе нужно. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует сейчас матушку Василису. 1, 2, 3. Все, что находится чужеродное, находящееся на чистоте этого гуманоида, Сариона, отключается полностью, до последнего микрона, до последнего чипа, безболезненно выходит из всех 7 ее тонких тел и формируется перед ней в шар. Да, будет так, и так и есть. Хоть первый раз птицу Феникс увидели. Как интересно. В общем, что он делал? Вот эти круги, они заканчиваются такой круглой, как колбой. Да. Все молитвы, которые она произносила, она намаливала эту птицу, давала вот этот свет этой птице, вся энергия шла к ней. А, значит, весь негатив спускался вниз, в ноги. Какой кошмар. Как разделяла на плюс и минус. И сколько ты находился, гуманоид? Сколько ты находился в ее биополе, гуманоид? 5 недель. Чуть меньше. 5 недель, понятно. А птицу ты выкрал? Где ты ее украл? Птицекрат. Места надо знать. Ну, ты знаешь, что тебе сейчас не... Специальные. Понятно. Хорошо, тебе, в принципе, повезло. Секретные. Хорошо, секретные места. Гуманоид, ты понимаешь, тебе сейчас, в принципе, повезло, то, что я вызвал межгалактическую полицию. Они не дал тебе попробовать живой плазмы. Но если такое случится еще раз, и я когда-то встречу тебя на своем пути, будь уверен, я тебя узнаю. Он говорит, что они заповедные. Они заповедные. Мы долго не встретимся. Хорошо, это верно. Они заповедные. Он снял подключки от этих. Угу. Хорошо, сканер выдавил что-то? Нет, подключки снял он, а не клетки. Хорошо, все. Ли, можешь забирать заповедную птицу. Давай, птичка. Всего тебе хорошего. Они какое-то имеют отношение к балансу в галактике. Баланс темного и светлого. Какая сила дана этим птицам. Ее используют против нас. Поэтому это разделилось на светлые и темные энергии. Понятно. Они забрали их. Хорошо. У нас что-нибудь осталось в клетке, посмотри, Вера. Да, у нас осталось. Кольца, негатив, кольца. Да? И негатив кольца еще. Остались. А негатив, который вышел, мы выдавливали. Из нее птица, правда, потом вышла. И гуманоид, или из колец, я уже не помню. Хорошо, кольца только остались, или что, посмотрим? Да, кольца и... Под кольцами открывается портал в галактическое ядро Нинва-3, кольца уходят на переработку. И все, что еще осталось в клетке, уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Давай заправим матушку Василису, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. Птица Феникс. Я такого еще не слышал. 280 и 23. На счет 3 в макушку головы матушки Василисы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 280% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 23 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, матушка Василиса, мы закончили. Как вы себя чувствуете? Легко так, как чисто. Представляете, у вас находилась сама птица Феникс. Какие у вас чистые энергии должны быть. Никогда с таким не встречались. Будем возвращать вас назад, ваш пиар-робот. За это время он уже должен был подлечиться. И чтобы все эти энергии перешли на физический план. Желаем вам всего наилучшего.
Привет от нас, Веры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию матушки Василицы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Я на месте.